Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Зараза! Я же и здесь привязывал! Может, веревка лопнула? Да ты что! Я-то думал, лодка сама отвязалась! Вот зараза! В таком тумане мы никогда... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. Хотел. Водная баба. Ее еще тут не хватало. Вход в пещеру с другой стороны, видишь? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Ладно, собираемся. Прыги в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Сам эту посудину делал? Да? А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего.
Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Туман густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку каши. Хорошо, мы уже близко. Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Ты стал обидчивее, чем Йен. Смотри, не влюбись. Пойдем. На помощь! Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Малыш! Спокойно, ты уже в безопасности. Нет! Нет! На помощь! Ну хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про У? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. Кто бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Когда речь идет о чьей-то жизни, лучше перестраховаться и подуть на холодное. Разумеется. Благородный белый волк никогда не оставит человека в беде. Ну, просто святой, а не ведьмак. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу, один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно.
Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Кости, измельченные в пыль. Ха, да, старый грот не любит гостей. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слова Весемира. Готов? Вот жердяй! Раз, два, три. Да и ты нелегкий. Ну, идем. Эту стену можно было бы взорвать ардом. Ага. И разбудить старого грота. А ты что, боишься? Нет. Просто я обычно думаю, прежде чем что-нибудь делать. Вот холера. Можешь топать потише. Да ладно тебе, я поскользнулся.
Ай! Кости, измельченные в пыль. Ха. Да, старый грот не любит гостей. Кости, измельченные в пыль. Ха, да, старый грот не любит гостей. Давай тише, а то старый грот выйдет с нами поздороваться. Плесенью несет. А ты чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я бы не возражал. А, смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Thank you.
Ты цел? Да. Вроде да. Уходим отсюда. Постой. Это тебе за Вольтера, скотина. Вольтер? Кто это? Ты не помнишь? Такой, невысокий, со шрамом на подбородке, вот здесь. А, да, был такой. Ага, был. Остался здесь. Пойдем уже. Хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Не знаю, перед кем ты выпендриваешься. На меня подобный пафос впечатления не производит. И кто это говорит? Весемир рассказывал, как вы выполняли заказ для нильфгаардца в Велине. Что? Что ты делаешь? Убиваю чудовищ. А ты говоришь. Это случайно вышло. Пойдем уже. Ха! Ты глянь, как он от нас удирает. Тролли обычно себя так не ведут. Не ходи дальше. Это горы тролли. Гора тролла. Да. Гора тролли. Ну, поговори. Поговори с ними. Спокойно. Мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать, а иногда третье. Ну сколько можно? С дороги тупиться, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями.
бросить камень, вы не ходи. Ведьмаки не понимать. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушай все-таки. Мы к вам в замок не ходить, а там много камень. Красивый камень. Хватит уже с ними расшаркиваться. Это ничего не даст. Дай мне сказать. Ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Мы вам плохого не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень, а ведьмаки не отвечать, только болтать. Может, ведьмаки добрые? Ты глупый. Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа. Будет так. Вы здесь оставить острые дубины, вы пройти. Если нет, мы бить. Будь по-твоему, оставим здесь мечи, но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу, щиплет рот. Ты спятил? Делай, как я, и не ори. Ты, видно, не тот путь жизни выбрал. Что? Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира, ведьмаки убивают чудовищ. Плохо помнишь. Ведьмаки убивают опасных чудовищ. Ну, вот мы и на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Красивый вид. Наверное, если даже ты это заметил. Геральт, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать. За грубияна? Ха, возразить нечего. Ну, хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Сначала вода, потом земля и воздух. Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий, а мы пока отдохнем. А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал Аксий. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да. Полезный знак. Недавно мне жизнь спас. Интересная история. Отменная. Напали на меня двое разбойников. Один целился в меня из арбалета, а другой начал рыться в моих торбах. Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка, а потом повеситься самому. Не обязательно их было убивать. Я мог их убить и убил. Двумя ублюдками меньше. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет.
Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователем. Мы все через это прошли. Не все. Многие здесь погибли. Пареньки, которых забрали вопреки их воле. Такое было наше предназначение. Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Мой отец был пьяницей. Стоило ему надраться, он лупил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он, наконец, сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчму и влез прямо в гнездо накеров. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен? Дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Я не знал. Прости. Когда в следующий раз задумаешься, почему я такой злой, вот тебе ответ. Ладно, хватит горевать. Пора собираться. Надо забрать мечи, а то ведьмак без оружия, как без рук. Золотые слова, брат. Ведьмаки, брать острые дубины и идти домой. Угу. Можешь меня не уговаривать. Пойдем, Геральт, пора. Ты прав. Возвращаемся. Только после вас. Должны быть следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал. Thank you.
Могила Лео. Глупая смерть, которой можно было избежать. Следы ног и козьих копыт. Интересно. Эскель разбил лагерь. Должно быть, собирался побыть тут подольше. Камни. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла... Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Кусочки содранной коры. Похоже, козел Эскеля терся о дерево. Клок шерсти. Ух, точно, козьи. Следы Эскеля. Нос меня не подводит. Не сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Дабы велохвоста приманить, колышку козу вервием привяжи и среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Тебе столько же лет, сколько и мне, обалдуй. Рад тебя видеть, наконец-то. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. От утопца к утопцу. И все? Я простой ведьмак. Не сражаюсь с драконами, не братаюсь с королями, не сплю с чародейками.
Не то что некоторые. Впредь постараюсь только спать с чародейками. Не сомневаюсь, что это самое приятное. Хотя, надо думать, не самое безопасное. Слышал? Летит! Боишься оставлять коня внизу? Вдруг велохвост его подерет? Какое там? Василек — боевой конь каэдвенских кровей. Он потерял много крови. Артерия перебита. Кровище-то светлое. Вот бредут овечки по лугам на солнце. Пастушка не видно. Слышно? Колокольцы. Что это за песенка? Да, корская песенка. Как раз чтобы лазить по скалам. Мамка мне пела. Помнишь ее? Только вот эту глупую песенку. Больше ничего. Здесь стоит осмотреться, смылся в логово. И хорошо. Оттуда уже не убежит. Ну хорошо, собери ликвор и пойдем отсюда. Режь сзади сразу под черепом. Может, еще подскажешь, какой стороной ножа резать? Вот этой, острый. Давай быстрее.
Слушай-ка, а может сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее, плотва или Василек? Что скажешь? Тоже мне испытание. Я бы тебя на хромой свинье обогнал. Ладно, почему нет? Сам ты хромой свинья! Кто первый в Каэр-Морхене, тот лучший! Вперед, плотва! Теперь помедленнее. Ну, наконец-то. Я тебя заждался. У меня седло сползало. Ага. Плохой балерине пачка мешает. Сам ты балерина. Только холера верховая. Тебе полагается какая-нибудь награда. Если ты настаиваешь. Держи. Пригодится. Почерк. Беренгар. Эти бумаги, должно быть, лежат здесь не первый год. Ничего себе. Он работал над мечом. И, судя по заметкам, хотел он не просто меч, а Торхаэрн. Надо поговорить с Весемиром. Может, Беренгар с ним советовался, и Весемир помнит, в чем там дело.
крупная тварь. Угу. Месяц я его выслеживал, но все-таки завалил сукина сына. Поздравляю, и все-таки не могу не спросить, зачем тебе его тело. Хочешь сделать чучело и повесить над камином? Хорошие мысли. Но сперва я закончу вскрытие. Эта особь была быстрее, чем остальные. Быстрее и сильнее. Я хочу ее как следует осмотреть. Позволишь взглянуть? Хочешь воздать ей последние почести? Нет, спасибо. Ты режь, а я пока что-нибудь съем. Отличные когти. 15 дюймов. Они растут у них всю жизнь. Этому было лет 100-110. Ноги мощные. Особенно икры и стопы. И я тебе скажу, быстрый он был, этот ублюдок. Вот он здесь, через миг там, все время в тени. Я едва мог его разглядеть. Так как ты его сделал? О, долгая история. Потом как-нибудь расскажу. Давай взглянем на его кишки. Ну как, есть что-нибудь интересное? Фрагменты непереваренной пищи. Похоже, тут запас лет за 10. Человеческие волосы, пряжка от ремня, медики и золотое кольцо. Не хочешь Йеннифер подарить? Если почистить, будет как новое. Нет, спасибо, она носит только серебро. И зря. Все остальное вполне обычно, за исключением печени. Похоже, он имел слабость к крови пьяниц. Давай осмотрим его голову. Длинные усы, выдающаяся лобная доля, но это нормально. Длинные уши и серьга. Ага, я такое видел. Этот вид любит блестящие штучки, как галки. Так, а в пасти желтые тупые зубы. Одного верхнего и нижних резцов нет. Да, зубы он не чистил. Ладно, что там дальше? Думаю, я увидел достаточно. Старая особь, опытная. Было бы здорово научиться понимать возраст катакана по следам, чтобы не наткнуться на такую вот зверюгу без подготовки. Это правда, но давай займемся этим потом. Увидимся. Спасибо, все работает. Что это было? 2 меритовые бомбы. Ламберт оставил их возле кроватей. Он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа. Знаешь, в мегаскопах он не разбирается, так что... Я тебя умоляю. Ламберт вредный, но не глупый. Ну да ладно. Ты готов к разговору? А ты меня приглашаешь? Я думал, члены ложи не посвящают, кого попало в свои тайны. Можешь считать это доказательством доверия. Ну ладно, начнем. И умоляю, веди себя прилично. Ты только что сказала, что доверяешь мне. Не цепляйся к словам. Кейд Милли, Йеннифер Айп Венгерберг, Гвин Блейд. Кейдмил Айнсайверне. Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие?
Вафайль Элайне Каэдмил Фолье. Глайдев Дорне Айптонайт Бундраитны Яхус. Ты уже слышала эти слова? Да, в легендах. В тех, что без счастливого конца. Ты сумеешь помочь нам? В известной степени. Здесь нужна формула Агнес из Гланвиля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айн Сайверне. Вафайль. Наш разговор еще не окончен. В чем дело? Приходит час белого хлада и белого света. И мир умрет средь мороза. Я знаю пророчество Итлины. Не сомневаюсь, но понимаешь ли? Старшая кровь может начать час конца. Или отсрочить его. Помни об этом, Гвин Блейд, ибо от тебя зависит, возгорится ли зерно пламенем. Ты поняла, о чем она говорила? О Цири, конечно же. Оставили бы ее уже в покое. Даже не надейся. Интересный разговор. И что теперь? Все готово. Соберем остальных, и можно начинать. Послушайте, все уже готово. Можем начинать. Ламберт, приготовь аппаратуру. Эскель, пойди. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя дорогая. Не ты. Я думала, мы договорились, что возьмемся за Уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, так? Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. Что это за способ? Он основан на народных традициях. Я пользовался им множество раз. К примеру, когда расколдовывал повесского лебедя в 1211-м. Я заберу Уму в горы. И что, будете вместе выйти на Луну? Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь? Нет, мы не будем выйти на Луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, выросшего на... А впрочем, не вижу нужды тебе объяснять. По моему мнению. Я его знаю, но я не прошу согласия, а говорю, как будет. Я вернусь на рассвете с Умой или с тем, кто в нем скрыт. Так, что будем делать в свободный вечер? Весемир говорил, что надо бы заменить балки под крышей, ну, на башню. Можно этим заняться. А еще можно напиться. Это меня как-то больше привлекает. Я тоже не откажусь от стаканчика, а то и двух. Стало быть, проголосовали. Хорошо, но через минуту. Нам с Геральтом надо поговорить. Хо-хо! Звучит серьезно. Еще увидимся. Что я снова натворил? Ничего. Я хотела тебя на минутку задержать. Так, чтобы ребята не учуяли, что мы будем делать. А что мы будем делать? Пойдем наверх и займемся любовью. Ты обходишься без намеков.
Я слишком стара, чтобы изображать стыдливого подростка. Разве что ты меня попросишь. Так что, идем, ты потом к ним присоединишься. Через часик. Или через два. Или через три. Ловлю на слове. Так-так, голубки все-таки решили к нам присоединиться. Не заскучали? Ты сам слышал, Ламберт. И потом, это не наше дело. Ох, Йен, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки. Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся? Эскель, расскажи все-таки, как ты завалил катакана, которого мы вскрывали. Катакана? Ого! Опасные твари. И привередливые. Эту особь интересовали только девицы из высшего общества. Прям как меня. Ландер, нас не интересуют твои фантазии. Что до вампира, даже мне интересно, что у тебя вышло. Мой заказчик устроил бал для городской знати, чтобы выманить вампира. Я был в маске. И должен сказать, в жизни у меня не было такого успеха у женщин, как в ту ночь. Так что с вампиром? Я сговорился с одной юной алхимичкой. Она нагрузилась всем под завязку. И с штехом, водкой, грибами, и вышла в сад. Вампир нашел ее, напился, так что и боя-то толком не было. Современная сказка о вреде обжорства. А что с алхимичкой? Все в порядке. Потеряла немного крови. Самым тяжким было похмелье. Она с месяц один рассол пила. А у тебя что, Ламберт? Было что-нибудь интересное, не считая поисков Таулера? Да. У меня был контракт в Ланексетере. И, надо сказать, довольно выгодный. В Ковере золото немерено. Знаешь, сколько там дают за утопца? Цыц, я сейчас рассказываю. Так вот, им докучал великан. Грабил караваны, народ в болото утаскивал. И гадил на большаках, которые из-за того становились ужасно скользкими. Хватит нагнетать, переходи к делу. Ладно, оказалось, никакой это не великан, а толстый лесной тролль. А караваны грабила шайка разбойников. И что ты сделал? Убил разбойников, чтобы на дороге было спокойно. Потом тролля. Награду за его голову давали. Ты мог бы пощадить тролля. А потом жрать корешки и спать в придорожных канавах? Мне были нужны деньги. А по тролле никто не плакал. Ну, хоть помянем бедолагу. Thank you.
последнее время столько всего приключилось. Короли, драконы, заговоры. А потом... потом я нашел Йен. Мы страшно за тебя переживали. Но лучше расскажи, что там с Умой? Долгая история. Я шел по следам Цири. Велен, Скеллиге. В Новиграде снова пришлось спасать Лютика. Его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем? Раз уж зашла речь о старых друзьях Ебли и Новиграде, как там Трис? Кажется, мы про Уму говорили. К нему мы еще вернемся. Вся ночь впереди. Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно, тогда вернемся к серьезным вещам. Йен, что ты хочешь делать с Умой? Я уже сказала, завтра расскажу. Давай рассказывай, уже за полночь. Я подвергну его испытанию травами, но только если... Ты, сука, что? Повежливей. А ты слышал, как... Второй раз просить не буду. Я извиняюсь. Ты собралась сделать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай, иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Чтобы вернуть Уме прежний облик, надо сначала... Как бы это объяснить? Представьте себе кусок глины. Чтобы придать ему форму, надо сперва его вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к переменам, и только потом мутагены превращают человека в ведьмака. Какие шансы, что Ума выживет? Небольшие, но выбора нет. Разве что Весемир провернет этот свой трюк с болиголовым. Старик свое дело знает. Это будет первое испытание за многие годы. Я знала, что ты будешь осторожничать. Да при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты. И нечего их вспоминать. Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков. И не надо. Видишь ли, до этого момента у нас был отличный предлог не брать учеников. Это надо обсудить. В другой раз. Кому еще? О, мне! Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь на кухню? Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Не послушал. Они никогда не слушают. Ты о чем? У Эскеля тут был контракт на самовиллу. Отличная история. Сейчас расскажу. Только долей сперва. Моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой голубки. Ну что смотришь? Йен ушла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай еще по одной. Ну, до дна! Может, перекинемся в карты? Почему нет? Играем на деньги? Ну да. Разве что в гвинт на раздевание. Может, хоть тогда пойму, что бабы в тебе находят. Ладно, херами потом будете мериться. Кошели на стол! Что это? Неважно, играем.
Отличная партия, Геральт. Особенно ход... Эскель, хватит его расхваливать. Наливай. Эй, давайте устроим что-нибудь веселое. Что, тебе с нами скучно? Нет, просто все как-то... Неспешно. Красавчик прав, слушайте. Меня ксенфуртский студент научил одной игре. Что? Говоришь, я никогда не... И продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна. Потом следующий то же самое. Ну давай попробуем. Начинай. Я никогда не... Не спал с суккубом. Вот так-так. Эскель, Эскель. Вот уж в тихом омуте. У меня слабость к рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я никогда не просыпался после попойки в одних подштанниках. Геральт, с Ламбертом все понятно, но ты... Что сказал бы папочка Весемир? Думаю, папочка Весемир тоже бы выпил. Ладно, Геральт, твой ход. Я никогда не... Никогда не принимал фишнев. Эскель, ты серьезно? Однажды с тем суккубом. Ладно, господа, давайте заканчивать, а то я вам в глаза смотреть не смогу. Холодно тут, как у ледяного великана в жопе. Господа, сейчас вернусь, пасу и вернусь. Вы с Ламбертом ладите? Пожалуй. Я просто привык, что при нем не стоит говорить о некоторых вещах. Их, наверное, целый список? Ну да. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит? Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот чепчик? Из сундука Весемира. Писк моды 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил мамзелей. Мальчик, ведьмачья работа — это вам не карты выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы. Не нам. Ладно, ладно. Нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Ладно, идем спать. Говори за себя. Ночь только начинается. Только вот возраст берет свое. Завтра важный день. Ладно. С зеркалом я пить не стану. Видишь, ты и сам-то своего общества не выносишь. Спокойной ночи. Проклятие. Дурацкий сон. Вижу, все уже на ногах. Надо думать, ты продуктивно провел вечер.
Да, мы говорили об Уме. Допоздна. И балками на башне вы, конечно, не занимались. Нет. Но мы все сделаем, обещаю. Правда, Ламберт? В угол их потом поставишь. А сейчас за работу. Весемир узнал что-нибудь? Пока вы носились за велохвостами и играли с мегаскопом, я осмотрел Уму. И вот что я заметил. Когда его сознание, скажем так, расслаблено, он ведет себя по-другому. Когда он засыпает, у него движения меняются, взгляд, но только на мгновение. Поэтому я ввел его в транс. Сначала ничего не происходило. Но когда он впал в летаргическую фазу, я что-то услышал. Вздох или стон. И это был не голос Умы. Не представляю, как нам это поможет. Тогда молчи. Спасибо, Весемир. И прости за то, что я тебе наговорила. Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да. И мне это не нравится. Но я доверяю тебе. Ну ладно, и что теперь? Можно начинать. Надо только приготовить зелье. А почему мы не... Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания крайне реактивны. Их надо использовать сразу после приготовления. Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры. А ты, Эскель, возьми бутыль спирта. О, нет. После прошлой ночи я... И продезинфицируй инструменты. Ну, мальчики, раз, два, раз, два. Ты не знаешь, кто скрыт в теле Умы? Так как ты считала пропорции? Сделала несколько сложных вычислений. Экстраполировала кое-какие данные. Провела симуляцию процесса. Словом, все наугад. Угу.